Probably just didn't play well enough to deserve to win a hockey game. Between now and tomorrow, we'll have to figure out the reasons why and become better at what we do. Сьогодні достатньо хорошо грали, щоб заслужити виграш. Сьогоднішній момент, до завтрашнього вечора, ми повинні знайти причину і зробити краще, зіграти краще. Спасибо большое, Владимир Владимирович. Пожалуйста, вам слово, ваш комментарий помощь. Мы сегодня столкнулись с очень хорошо организованной обороной соперника. Плюс такие мастера, как Мазякин, Королёв, в общем-то. Где-то нам повезло, где-то удачно забили. Но, в общем-то, завтра надо готовиться к новому матчу. Играли сегодня с очень сильным соперником. Спасибо, Владимир Владимирович. Пожалуйста, коллеги, ваши вопросы наставнику мы, конечно же, не забываем представляться. Андрей Кузнецов, «Спорт-Экспресс». Владимир Владимирович, вот Виталий Крошин сказал, что вы сделали вздых после первого перерыва, после первого периода. Что именно вам не понравилось по этому ответу? Я ничего не говорю. Это наш секрет. Пожалуйста, следующий вопрос. Владимир Бакулин, «Чемпионат.ком». Владимир Владимирович, завтрашний матч, он ключевой в серии, на ваш взгляд? Ключевая вся серия. Проходящих матчей нет. Я еще раз сказал, что соперник хорошо организованный. Обороны с очень хорошими исполнителями. Поэтому надо каждый матч это новый день. Новая игра. Поэтому. Только один матч. Одна игра. Что-то значит. Все остальное это либо история, либо будущее. Туда смотреть не надо. Да, пожалуйста. Вы довольны тем, как ты дорос, играет в большинстве и в том, как вы играете? Я доволен результатом команды. В первую очередь, это самое главное. Следующий вопрос. Да, вопрос Полу Морису. Кто из форвардов, кроме Сергея Мазякина, вы можете похвалить за его атаки? You know, it doesn't matter because you're as, when you win, as everybody plays as well as your best forward. When you lose, everybody plays as poorly as your worst forward. So we lost that one as a team. Мы проиграли команду, довольно-таки все равно. Как если выигрываешь, то у тебя все здорово играют, все нападающие, даже самое слабое. Если проигрываешь, то все равно, грубо говоря, это серия.